Воспитание патриотов через спорт. Такого принципа придерживаются руководители военно-патриотического клуба «Победа». С начала нынешнего тысячелетия экстремальная игра «Последний герой» проходит на Ульяновской земле уже в 16-й раз. Помнить и гордиться своими земляками, участниками Великой Отечественной войны. Быть настоящим патриотом своей малой родины. Вести здоровый образ жизни. Цели и задачи у традиционных соревнований военно-патриотических клубов Ульяновской области весьма разнообразны. Из ребенка сделать какого-то, очень нормального человека. В нашем случае это патриот. Клубы у нас патриотические. И вот это общение, это сплочение, мне кажется, вот им помогает. Кто-то одно расскажет, кто-то о своей работе расскажет, они делятся. Мне кажется, это нужное очень направление. С каждым годом экстремальная игра «Последний герой» расширяет свою географию участников. В 2016-м проверить себя на площадках соревнований съехались 10 команд из различных городов России. Рязани, Димитровграда, а также Ульяновска и Корсунского района нашей области. В каждой сборной по 5 человек, возраст которых составляет от 14 до 20 лет. Каждой из команд предстояло пройти сразу 7 испытаний, первое из которых – бег вверх по лестнице у краеведческого музея. Но самое сложное – это не 200-метровая дистанция, а задача – преодолеть себя. Самое сложное – это, конечно, побороть себя. Потому что преодолеть не просто тут увидеть, что иногда здесь проходит соревнование бежать, а здесь у них еще препятствия, которые сбивают дыхание. И дойти до конца, они работают в команде, то есть… Может быть, у них впервые образовалась эта команда, и вот как они сработают и придут на финиш, это самое важное. После лестницы команды переходят на переправу по горизонтальной веревке, после к так называемым мышеловкам. Далее свои навыки участники проявили в сборке-разборке автомата на время, паутине, сетке, по которой необходимо перебраться на следующую локацию, где проверке подверглись уже теоретические знания. Это позволяет укрепить выносливость, то есть люди себе вырабатывают вот это вот нужное качество, которое поможет им в дальнейшей жизни. Поэтому мне кажется, это все очень способствует продвижению человека, молодежи как личности. Подготовка воспитанников военно-патриотических клубов к службе в армии – одна из основных задач подобных соревнований. Для выпускников военно-патриотических клубов служба в Вооруженных силах Федерации проходит не в тягость, а в радость. Здесь сказывается любовь к своей отчизне, которую в юношах воспитывают еще со школьной скамьи. Любовь к стране. Страна – это где я вырос, родился, где живут мои близкие. И патриотизм – это прежде всего это желание жить в своей стране и защищать ее, если придется ее защищать. Финальная игра сезона 2016 года «Последний герой» прошла в начале июля в Кузоватовском районе Ульяновской области. По словам финалистов, сложнее всего традиционно дались так называемые «висячие сады». Прохождение препятствий осложняли постоянные дожди, после которых веревки, по которым нужно было перебраться до финиша, становились мокрыми и скользкими. Однако тем, кто находится со спортом на короткой ноге, даже такие преграды оказались по плечу. Например, Елена Лучакина дошла до финальной стадии игры уже во второй раз. Если в прошлом году девушка разделила победу со своей командой, то в 2016-м уже команда помогла Лене стать победителем в личном зачете. Каждый раз я преодолеваю саму себя. Это висячие сады, это остров Робби. Всегда сложности, всегда через свои страхи и через поддержку. Стать участником нового сезона «Последнего героя» под силу каждому. Первая осенняя военно-патриотическая игра по плану организаторов стартует уже в сентябре 2016 года. Займись собой, будь патриотом.